Равняйся. Смирно. Бойцы, слушай мою команду. Сэм, не ломаться. Камеры, стараться. Дроны, не теряться. Друзья, спустя год мы отправляемся в новое путешествие. Будем смотреть то, что еще не смотрели, снимать то, что еще не снимали. Пункт назначения нашего нового путешествия – жемчужина Турции. Неповторимый, невероятный и просто самый живописный курорт – Мармарис. Нам предстоит сложная миссия для того, чтобы показать всем зрителям нашего канала самые интересные места и самую необходимую информацию для того, чтобы все путешествия наших зрителей были только самыми положительными впечатлениями. Поэтому я хочу, чтобы вся наша команда работала слаженно, как часы. Что такое, Ной? Что за слезы? Что-что? Тебе нельзя в Турцию? Да, друзья. С 14 февраля 2020 года Турция приняла поправки в законы, регламентирующие правила использования и полетов на дронах. Соответственно, с этими правилами самый такой вот существенный нюанс – это в том, что дроны весом более 500 граммов должны быть зарегистрированы в Государственном управлении авиации. И, естественно, дрон DJI Mavic Zoom, он превышает 500 грамм по весу, а также пилоты, которые имеют право эксплуатировать такие дроны, должны получить соответствующую лицензию. Турецкую лицензию я на полеты на дронах не получал, соответственно, и дрон имеет вес больше, чем 500 грамм. Поэтому в эту поездку Mavic Zoom с нами не отправляется. Потому что я не хочу рисковать этим дроном, потому что его стоимость достаточно немаленькая. И штрафы за использование дронов в Турции тоже очень высокие. Поэтому в это путешествие с нами отправляется дрон DJI Mavic Mini. Это член команды нашей появился совсем недавно, и в принципе он появился именно под поездку, под путешествие наше в Турцию, потому что, еще раз говорю, я не захотел рисковать зумом и своим финансовым положением. Этот Mavic Mini весом 249 грамм не попадает под новые поправки по правилам полетов дронов в Турцию, и соответственно он, конечно, уступает по характеристикам зуму, но об этом я не буду в этом видео рассказывать. Просто хочу сказать, что я полагаю на него определенные надежды. В принципе, я уже на нем полетал. Конечно, немного, но этого достаточно. Я посмотрел, как он летает, посмотрел, как он снимает. Я думаю, он оправдает ожидания от этого дрона. Посмотрим, что с этого получится. За камеры, друзья, в принципе, наверное, я ничего не буду говорить в этом видео, потому что легендарная Sony X3000 и эконом-вариант Xiaomi Ulite, я думаю, как бы уже открыты в интернет. И если кто-то что-то хочет посмотреть по этим камерам, для чего они нужны, все можно посмотреть в интернете. Я в других своих видео постараюсь, возможно, рассказать вам, почему такой тандем. Еще один немаловажный член нашей команды – это самокат. Возможно, кто-то из зрителей не поймет меня, зачем в Турции самокат, да еще и зачем его тащить из Украины. Скажу так, уже несколько поездок мы с семьей всегда с собой берем самокат. Два раза мы брали самокат в Турцию. Брали один раз на Кипр, и реально он меня во всех моих путешествиях очень выручал. Ну, а в самом Мармарисе самокат — это просто must have для активных путешественников. И на это есть аж несколько причин. Ну, во-первых, я буду много передвигаться, и на самокате это сделать гораздо проще. Во-вторых, это сделать будет гораздо быстрее. В-третьих, это будет намного дешевле, чем арендовать его там на месте. Ну и в-четвертых, я просто люблю кататься на самокате. В общем, подробнее, зачем в Мармарисе самокат, естественно, будет в других моих видео. Друзья, я подготовил порядка 40-50 тем,
видео, которые я буду снимать. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, потому что все темы видео я готовил, исходя из вопросов, которые мне всегда задают мои туристы. И эти темы будут открывать им ответы, в том числе и вам. В общем, если у вас есть какие-то вопросы по Мармарису, вы хотите получить ответы, обязательно напишите это в комментариях под этим видео. И я обязательно на них отвечу, запишу видео для того, чтобы у вас всегда была актуальная и полезная информация для всех ваших путешествий. В общем, надеюсь снять для вас массу полезного видеоматериала, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки либо дизлайки. Погнали!